Ни для кого не секрет, что наш город производит самое благоприятное впечатление благодаря постоянной и плодотворной работе по благоустройству. Причем положительно оценивают увиденные не только славянцы, но и гости города, которых здесь, особенно летом, немало. Большое внимание уделяется и городским паркам. Подробнее в следующем материале выпуска. Славянск на Кубани – город небольшой и не поражает своими размерами. И не в этом его достоинство, а в привлекательности улиц, в зелени деревьев, и в цветах, и в парках, которые все время развиваются. Дороги и тротуары ремонтируются, чтобы можно было с комфортом проезжать и проходить по ним. Если вам хочется подышать свежим воздухом, пообщаться с друзьями, развлечься, то вы идете в один из парков города, где созданы все условия. Аллеи любви символично называют парк, расположенный в центре города. Он не случайно стал местом, символизирующим семейные ценности, основанные на любви и взаимном уважении. Именно сюда приходят молодожены после свадьбы, но и у семей с детьми, а также самой детворы парк очень популярен. Я часто сюда прихожу своей сестренкой. Тут очень хорошо, тут очень весело. И большие горки. Удобно, безопасно, открой, тенечек. Ну и тут всегда много ребятишек, всегда играем, бегаем, так что все хорошо. Красивое место. Место очень красивое. Елочки всевозможные, даже голубые ели есть. Современная детская площадка очень редко пустует. И на расположенных вокруг удобных скамейках отдыхают славянцы. Я здесь гуляю с друзьями. Мне эта площадка очень нравится. Она хорошая, здесь есть тень, здесь никак солнце не напечет. И мне здесь очень нравится. Живем мы далеко отсюда, ходим сюда, потому что спокойно, нет машин, нет движения, которое мешает детям. Также есть животные, которых можно показать деткам. Ну, тенечек, есть где посидеть, отдохнуть. Очень уютно, чисто, ни мусоринки, ничего нет. То есть гулять с детьми одно удовольствие. Здесь очень красиво, здесь очень много елок, деревья, качели. Можно провести время с друзьями. Парк поддерживается в отличном состоянии, улучшается его благоустройство, совершенствуются зеленые насаждения. Активно идет реконструкция Северного парка, который в ближайшем будущем станет одним из главных центров притяжения в городе и районе. Расположенный рядом парк-отель «Уют» уже успел полюбиться многим. Живописное озеро, по которому плавают утки, а вокруг него скамейки, качели, фонтаны. Здесь есть все для хорошего отдыха. Очень нравится, свежо, от воды идет прохлада. В городе очень душно, а здесь хорошо и вообще красиво. Можно сказать, дикая природа, вот утки такие прямо, не боятся никого. Хорошее место. Прибрежный парк, который после реконструкции пережил свое второе рождение, приятно радует глаз и привлекает физкультурников, велосипедистов, молодежь и людей пожилого возраста. Словом, всех, кто хочет хорошо использовать для здоровья, провести свободное время. Очень все нравится, все красиво, все новое, все хорошее. Как бы дорожки что сделали, чтобы люди не мешали, как бы можно спокойно прокатиться. Ну и деревья, все равно тень. Хорошо очень. Парк ухоженный и чистый, его благоустройство продолжается. Малые архитектурные формы, фонтан, дорожки и фонари – все это помогает отдохнуть. Особенно приятно здесь, под сенью широколиственных деревьев, в жаркие летние дни. А как красиво в нашем городе поздним вечером, когда зажигаются фонари и приходит долгожданная прохлада. Славянцы активно используют и эти часы для отдыха и общения. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».